Привет всем любителям игр с дропом вещей в Steam инвентарь. Вот, хотелось бы рассказать о такой игрушке под названием Loopcraft. Она выйдет в 2021 году, но ее сейчас можно получить, и в ней есть действующая система дропа вещей в Steam инвентарь, которые продаются и обмениваются. Вот так вот пока выглядят вещички. Это боксы, но с сегодняшним обновлением их уже можно открыть. Но об этом чуть-чуть попозже. Как получить эту игру, друзья мои, я писал у себя в группе в объявлении. Под видео оставлю ссылочку, перейдете в это объявление и почитайте, как ее получить. Ну и не забывайте вступать в мою группу. Постоянная информация о всяких раздачах, ивентах и халявках. Так, ну теперь давайте заходим в игру и покажу, как же здесь получить вещички и их открою. Ваша задача — подходить сюда, к этому мужичку, и получать ежедневную награду. Но справа у вас будет квест, и нужно нажать активировать. И тогда вы сможете получить награду. Подходим, и раз в день вы сможете получать монетки и вот такие вот боксы. И смотрите, добавили открытие боксов. Сейчас я их открою и посмотрю, как же все это получается и что мне выпадает. Вот выпали всякие продукты. Так, где они есть? Инвентарь нажимаю. И вот сюда. Что-то не вижу продуктов, которые я только что открыл. А, вот я обновил. И смотрите, выпали всякие мандаринки. И еще всякая всячина. Так, открываю второй подарок. То же самое, наверное, выпало. А может, что-то и новое. Сейчас обновлю. Да, добавилась какая-то бутылочка лимонада. Ну и, друзья мои, тогда сейчас мы откроем последний подарок. И посмотрю, что-то может быть еще новое добавится. Так. Заходим в инвентарь. Ой, не то нажал, не то. Сюда и опять обновляю. Да, добавилась еще какая-то вещичка. Так что, друзья мои, игру можно получить бесплатно. Повторюсь, под видео я оставлю ссылочку на объявление в моей группе, как получить эту игру. Будете раз в день заходить, получать награду и вещички в Steam инвентарь, которые украсят ваш инвентарь. Не эти вещички можно продавать и обменивать. Так, ну а сейчас я покажу еще новые вещички, которые мне выпали с ящика, и посмотрим, падают ли они в Steam инвентарь. Да, друзья мои, вот они все упали в Steam инвентарь. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, мое видео будет кому-то полезным. Ну и все тогда. Всем хорошего дропа и пока-пока.